каждого человека наступает момент, когда встречаешь любимого или любимую. И жизнь становится ярче, прогулки вечером становятся приятными. Но бывают моменты, когда через некоторое время появляются разногласия между влюбленными. Причинами являются ревность, недоверие. В такие моменты многие сдаются. Но я нашел в себе силы, чтобы не повторить ошибок других. Я осознал, что все можно изменить и сохранить. Моя жизнь изменилась в один прекрасный весенний день, когда увидел тебя, очень симпатичную и милую девушку, идущую в мою сторону. Ты понравилась мне с первого взгляда. Ты завоевала мое сердце. Дала надежду и смысл жить в этом мире. Не ради кого-то. Ради тебя. Я хочу, чтобы ты всегда была рядом со мной. Это самое лучшее время для меня. Остаток своей жизни я мечтаю провести только с тобой. Ты та единственная, о которой я мечтал всю свою жизнь. Я очень счастлив, что встретил тебя. Я хочу навсегда подарить свое сердце только тебе. Хочу, чтобы ты стала мне спутницей жизни. Олеся, ты будешь моей женой?